Новое видео выходит каждый день в 20:00. Я уже об этом вам неоднократно говорил, поэтому скажу, наверное, еще раз. И еще, наверное, десятки и сотни тысяч раз. Да, я тут бузатер, который постоянно чем-то недоволен, но в GTA Samp сегменте я действительно чем-то недоволен. Если бы я снимал свой контент в году этак 2013 или 2014, или, боже упаси, в 2012 или 2011, то да, тут вопросы, разумеется, присутствуют. Когда снимали, ну, какое-то ограниченное число людей. Тарка, там, Андрюха Киевский, Балты Холкс были охуительные люди. Мне даже сейчас очень приятно смотреть их видеоролики, хоть я уже давно не играю в GTA Samp. Однако, если посмотреть сейчас на топы GTA Samp Ютуба, то это какой-то кромешный, сука, ад. Это не то чтобы ад, это полнейший, сука, пиздец. На это невозможно, вот как-то, я не знаю, нормально смотреть. Это просто, сука, невыносимо. Ты просто смотришь на эти видеоролики и просто, блять, удивляешься. Ну что? Это конец или нет? Вот в следующий раз вы сможете сделать наиболее дегродную хуйню, вот подегроднее вот этой вот? Это возможно вообще как? Я просто не знаю. Я думал, что в тот раз, когда вы покупали аккаунт за 3 рубля, это уже был, я не знаю, апогей всего вашего творчества. Но нет, теперь вы, блядь, донатите стримерам. Охуеть, блядь, что будет дальше, я не знаю. Пиздец, блядь, насрете в тарелку и скажете: ебать, я купил аккаунт за 3 рубля, вот, посмотрите, что мне выдали, блядь, мне насрали в тарелку, пиздец. Как же так возможно и многое другое. Однако, вы знаете, многие постоянно думают, что вот я абсолютно всех хейчу, что для меня в GTA Samp Ютубе нету нормальных людей, хоть я неоднократно делал топ нормальных, умных GTA Samp Ютуберов. Если не смотрели, то можете посмотреть. И я сейчас вкратце его вот так вот максимально вкратце перескажу. То есть Ангел Касада, охуительный человек, думаю, тут даже, ну, особо объяснять не надо, почему вот как бы я его упоминаю в данном случае. Кейкняш, Лучега, Серк Сорокин, блять, Эмпайр, там, знаете, плюс минус бывает что-то выдает. Мне его, знаете, вот эти вот разоблачительные видосы более-менее нравятся. Брэн Фьюри спорно, так или иначе, после ситуации с Фернуком и с прочими людьми. Однако, ну, вроде как, ну, тоже такой, я не знаю, более-менее человек. Ну, вроде как, похож там на какое-то подобие человека. Вроде того и многое другое. И вот есть еще несколько нормальных ютуберов. Андрюха Киевский тот же. То есть Тарка Кровопивец, я считаю, безусловно, охуительные люди. Балта Ховалкс, когда там возвращается и когда еще что-то делает. Охуительные люди. В самом деле, блять, охуительные люди. Вот я их могу вам просто посоветовать смотреть. Вот, я не знаю, в любой момент времени. Я не думаю, что тот же Андрюха Киевский сейчас снимает какие-то охуительные разговорные ролики, а уже завтра он там, я не знаю, покупает аккаунт за 3 рубля. Но я не могу такое чисто вот теоретически представить, вот на примере Андрюхи Киевского или на примере прочих людей, про которых я сказал. Лучеги вообще отдельный шатаут, отдельный респект. Краса, я не знаю, что такое шатаут, блять, но я слышал, что это типа круто, что это типа класс, да и многое другое. И знаете, вот в том, что ютуберы по GTA Samp снимают вот такую вот подобную дичь, виноваты не сколько сами ютуберы, сколько люди, смотрящие вот этот вот контент, который они выливают. Порой вот так вот посмотришь на количество просмотров под очередным каким-нибудь, я не знаю, видеовысером Андресу Крэ или того же Хьюго Ромеро, и просто думаешь, блять, пиздец, почему? Что в этом, сука, такого? Что, блять? Просто, я не знаю, какая-то прямая склейка, там иногда какие-то, блять, вот эти вот кастомные в кавычках переходы и все. Что там, блять, такого? Что там можно смотреть? Я просто не понимаю. То есть, я просто смотрю на монтаж того же Андресу Крэ, того же Хьюго Ромеро, я не понимаю. Ну, блять, монтаж нет, голос, ну, возможно, голос, я не знаю, для меня это просто обычный голос. Вот, то есть, как я, допустим, смотрю школьника с передающим микрофоном, который делает там какие-нибудь гайды, блять, как удалить папку или как создать папку. Вот это, блять, то же самое, что Андре Сукре. То есть, точно такой же голос. Я никаких, блять, изменений просто, не просто, блять, одно и то же. Ну, я не знаю. И вот, опять же, вот так вот думаешь, а рождает ли спрос предложение? Или просто, что долбоебу в рекомендации выкинут, то он и будет смотреть. Так или иначе, те же ролики, вот, она вам не мята. Да, я знаю, не в тему, да, многое другое. Но, блять, он у всех был, сука, в рекомендациях. Мне, вы знаете, мне порой кажется, что на ютубе
Ютубе можно каким-то образом купить выдвижение в рекомендациях. Хотя, в принципе, вот я так думаю, это же, наверное, в принципе, блять, невозможно. Рекомендации, они индивидуальные, подстраиваются под каждого человека сугубо индивидуально. То есть не может быть такое, допустим, что ты смотришь сам сегмент и многое другое, а в один момент тебе рекомендуется, она вам не мята. Хотя, блять, у меня было вот точно так же. Причем на всех аккаунтах, на стримах Задан Семен, которым я вообще не заходил, я туда никогда не захожу, только когда нужно какой-нибудь, я не знаю, ролик залить. Там есть Задан Семен 2, вот это вот Задан Семен основной, который написан на английском и многое-многое другое. И я абсолютно, блять, не понимаю, что, сука, такое. Почему, блять, что? Я не понимаю. Вот просто, блять, как будто бы рандомно YouTube кого-то, блять, рекомендует и так далее. Или вот те же, блять, реакции Дела Рензи. Мне кажется, что у YouTube есть какой-то вот отдельный список людей, вот которых ты включаешь каким-то образом в название, или там, в название видеоролика, или в название своего канала, и вот как-то автоматически продвигается, мол, если уже есть один такой популярный канал, то и другой вот такой же популярный канал, по типу там реакции Дела Рензи, он также продвинется. И я не знаю. Я не знаю, как по-другому это можно объяснить, что просто вот, сука, рекомендуется подобный шлак, подобное говно. Мне это абсолютно непонятно. И, блять, просто вот, посмотрев на просмотры, вот эти вот люди, они понимают, что лучше, наверное, потворствовать мнению малолетних идиотов, чем идти против него. Ну зачем, если можно налегке, практически не напрягаясь, покупая аккаунт, либо донатя стримеру, либо когда, там, я не знаю, администратор смотрит компьютер, вот это вот все проверить. Я не знаю, блядь, я просто, сука, не понимаю, в чем проблема, блядь. Вот просто в чем, сука, проблема. Почему, зачем и нахуя вообще? Вот просто зачем? Я вот конкретно этого, сука, я не понимаю, почему. Именно поэтому, вот из-за того, что рекомендуют всяких Хьюго Ромеро, Андре Сукри, реально талантливые, блядь, креаторы по типу Лучеги, Кейкняша там и прочих людей. Ангел Касада долгое время не мог выдвинуться, блядь, сколько роликов делал. Лучега, блядь, сколько роликов делал перед тем, как стрельнул более-менее там как-то, я не знаю, на 10 тысяч подписчиков. Я не понимаю, как это работает. И мне в самом деле, я бы в самом деле хотел узнать, но мне вот это вот, сука, непонятно. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.